Лепший водитель МНС Беларуси служить у Маларыти. Про то, из чего складается поспех Александра Абрамчука на шляху до перемоги у республиканском конкурсе, доведались наши корреспонденты. Водительское посвящение Александр Абрамчук отримал 17 годов тому. Еще с юнацких годов начал цікавиться автомобилями и их ремонтом, чем и завоевал себе ведомость у осяроддзі мясцовых автоаматоров. 8 годов тому пришел на службу у аварийно-вратовальную часть номер 1 Маларыцкого районного отдела МНС. Жадание робить все профессийно и постоянно удосконаливать свое мастерство дозволили ему спочатку стать лепшим водителем сярод вратовальников на районных споборництвах, у минулым годе третьим на областных. И вот республиканский конкурс, где за звание мацнейшего змагались 8 команд, усяго 24 человеки. Сами испыты складались с теоретичной частки и практики фигурного вождения. Ну, там была специально такая оборудованная трасса, как в прошлом году мы участвовали в езде в Сетурощу, там был непроводили первый год. И были там десяток элементов, которые были там, проходили на правильность, на скорость. И по результатам этого прохождения по времени, по сумме штрафа определяли лучше. Такому успеху на республиканских споборництвах Александра Абрамчука сприяли створенные умовы для специальной подрыхтовки у подразделений. Самая сучасная техника сегодня на узброении мясцовых воротовальников. Постоянно ведется работа и над удосконалением профессийного майстерства. Такого результата за протяжении всей карьеры я не помню. Это лучший результат водителей из нашего подразделения, который мы достигли. От профессионализма воротовальников напрямую залежит житё человека при возникнении разных надзвичайных ситуаций. И перемога у республиканском конкурсе Александра Абрамчука – один из кроков у этой работы. Юрий Пешур, Сергей Мацвейчук, областные новини, Маларыцкий район.